Всем привет, ребят. Ну что, начинаем роллинги на аккаунтах подписчиков. Сегодня у нас будет коллекционер, интересный коллекционер, за который можно получить топовые плюшки для прокачки, получить топовые герои, которых нет. То есть этих карт можно вот наконец-то начали давать карты. Талант сам по себе, честно скажу, пока не тестировал, но ничего в нем хорошего нет. Против определенных фракций вроде неплох. Но лучше все-таки рунами будет собирать. До тестов дойдем. Миф карты — это самая топовая награда, особенно для бездоната. Ну, конечно, если повезет вытащить ледяного феникса, это будет самый топчик. Также идет на трату акция у нас есть. Вот такая вот акция на трату. То есть, ну, все как обычно, раз в две недели. Так. Ник Чпокер. Вот такой вот ник, аккаунт. Ну, бездонатный. Поехали посмотрим. Нормальный Чпокер, ник, трахетусики. Дайте заявочки. Вступайте, чат в телеге. Ух, БГ обязательно не был кик. Вот так вот первые места, поэтому... Подумайте перед тем, как дать заявку, а то очень чпокнут в такой гильдии. Так, окей, забираем и поехали посмотрим на аккаунт. Так, что у него есть? Так, вечно сюда. Поехали в судьбу. Вальки нет. Интересно, Валька, заклинательница, Фрея. Ну, стрелок Анубис есть, командора. Ну, неплохие. Неплохой аккаунт на такой силе, конечно. Буги не хватает, а Сурика неплохо было бы. Феникса, командоры, Фрей. Ну, окей. Поехали попробуем, что у нас сегодня получится здесь вытащить. Ну, вроде неплохо падают слизни. Let's go. Заказывал Фрей, вот, пожалуйста, просто читерский роллинг, ребят, ну, бывает, что я могу поделать. Поздравляю, теперь у тебя есть уже еще один имба-герой, все как всегда, поехали дальше. Читерный роллинг, делаем подарки на Новый год, Медуза, Друид. Королева Гарпий, Бульдозер, ничего себе. Инди Призрачный Всадник, неплохо. Хранитель Сердцеедка, ну... Все просто, ребят, это просто жесткий роллинг. Я у себя не выбил его за... Сколько там, за 300 тысяч самоцветов, здесь я его достал за 15к. Ну, вот так вот, вот такой вот рандомчик у нас. Ну, что, поздравляю, теперь у тебя есть новый имба-герой, даже два, и Фрей имба-герой, этот имба-герой. С вас, ребята, лайки, это жесть. Поехали дальше. Это просто жестко. Ну, тут теперь можно даже склад увеличивать. Еще осталось Бугимана затащить ему, и все. То, о чем я говорил, просто жесть. Анубиса еще вытащили. Итого мы потратили 20к. Да, последнее время меня удивляют такие роллинги. Но мохнатка у него есть, да. Это просто жесть, ребят. 20к и... Такого навыбивать. Дракос, ниндзя. Ну все, по-моему, мы собрали.
кроме слизней. Видите, слизни 27к, у нас еще на 7 слизней. Но мы уже собрали все топовые плюшки отсюда. Жесть. Еще бы бугика нам вытащить, было бы вообще супер. Гаргул. Мне кажется, тут проблема будет со слизнями. А может и нет, сейчас посмотрим. Недостающая заклинательница, офигеть. По-моему, этот аккаунт сегодня very lucky, я бы так сказал. Very good. Это жесть, ребят. Кажется, одного-двух слизней или хватит. Один слизняк. 5к, ребят. А он не упадет. Не, упал все-таки. Ну что, поздравляю. Таких героев тебе вытащили. Ты тоже обязан под каждым видосом лепить лайк. Так, смотрим, что мы выбили. Заклинательница. Раз. Фрея. Два. Феникс. Три. Три недостающих топовых героя, офигеть. Ну, помимо этого, еще и Анубис был, там и куча других. Поехали, заберем плюшки. Собрали всего коллекционера. Просто обалдеть. Ну, что я могу сказать? Ну, это жесть. Поздравляю. Так и знал, что все не заберется. Так, давайте сумочки откроем. Так, есть у тебя панчбокс. Отлично. Исходники сейчас я пооткрываю. 160 самого ставим тебе на прокачку. Так. Офигенно, офигенно, просто затащили. Так, еще места нам не хватает. Да что такое? Так, отлично. Отличненько. Поехали посмотрим, что тут у нас. 5к кулаков. Новый талантик. Пока его не используй. Еще один новый талантик. 10 яичек. Это можно открыть. Такс. Поехали сюда. Поехали открывать карты. Бум. И череп. Ну, это мега удача, я тебе скажу. Вытащить суть черепа. Так, малышник. Ну, поехали. Раз, два. Две финки. Ну, тоже неплохо. Ну, что у нас тут под восьмой эмблемкой? Бум. Просто супер, я тебе скажу. Это кайф для архидемона. Так, это открываем. Сейчас откроем еще героев. Так, отлично. Просто, ребят, жесть. Посмотрите, какие нам герои выпали. Это просто жесть.
Да, за такие эти, это просто, наверное, тоже один из эпик роллингов. Так. Вот тут у него места хватает, посмотрим. Четыре коробки есть, ну сейчас мы попробуем пооткрывать их. Фрейка, стойкость, ледяной. И кто там у нас из заклинательницы? Давайте на фрайке попробуем. Жесть. Че, могу поздравить тебя еще и с ремкой. Это просто читерство. Так, знаю, что у него тут на героях. Отличная тыковка. Сейчас посмотрим Купидона. Купидон с пятой уже стоит. Так, Хрон четверка, ну не знаю, на Хрона тратить не особо-то охота, честно говоря. Атлант, блин, ну не знаю, на Хрона, думаю, смысла нет, он и так зарядится, это не проблема. Хрон Хроном, Атлант ему нужен будет ремочный, однозначно, не знаю, ли у него есть Атлант с пятой ремкой, тройка. Блин, на ремку у него куча вариантов, я не знаю, кого он использует. Блин, Афинка, я поставлю сюда. Поставлю сюда, это будет самый оптимальный вариант. Поехали дальше. Можно было бы и Атланту поставить, и дерево поставить. Так, ТУшка это на Фрею. Ой, тьфу, ты говорю, на Фрею. На Медузку есть, значит, лепим допу. Поставим сюда. Ну, такое себе падает. Ну, пивовор. Обидно, обидно, обидно. Можно поставить пока сюда. Конечно, не исправит ничего, но пусть будет пока так. О-о-о! Супер, ну просто супер, 4 коробки и 2 таких талантика, это я оставлю, он уже сам определится, на кого героя ставить, вариантов у него тут, думаю, очень много. Ну что, я поздравляю, крутой роллинг. Да, вариантов у него тут есть, кому СО качать, на ворожая уже каменка, стрелок. Ну в общем, вот так вот, ребят, такой вот роллинг. Пишите комменты, подписывайтесь, как обычно, лайки, репостики. Всем удачи, всем пока.